Твоя светлость, настали темные времена. Асваль атакован. Нас превосходят и в силе, и в численности. На рассвете шпиль в центре города проснулся. Сразу после этого все вокруг стало кристаллизироваться и изменяться. Потом небо потемнело, и появились рыцари. Рыцари безжалостны, они не ведают усталости, не знают страха, и их становится все больше. Они появляются из ниоткуда у основания шпиля. Мы убиваем 5, и приходят 5 новых. Мы уже потеряли стольких аурил. Боюсь, мы не сможем и дальше удерживать город. Тебе довелось видеть шпиль в Пасвале. Считалось, что это наследие прошлых времен, но его истинное назначение оказалось куда более зловещим. Похоже, это источник силы захватчиков, портал или что-то типа ворот, не знаю. Если мы не сможем деактивировать или разрушить его, не думаю, что удастся отразить вторжение. У меня есть идея, как мы сможем остановить их. Но сейчас мы обязаны выжить. Я теряю аурил с каждой атакой, и у меня остались одни мужчины, и нам некуда отступать. Если мы проиграем, врата безумия падут. Если врата падут, враг хлынет на острова. Мы не сможем остановить его. Но теперь, с твоим прибытием, возможно, нам удастся замедлить его продвижение. Мы не можем сейчас говорить. У нас мало времени до следующей атаки. Хотя я и служу с этими аурил 100 лет, у тебя, как правителя мании, есть право командовать войсками. Прикажи им, что делать, или оставь это мне. В любом случае, поспеши. Время идет. Спасибо за доверие. Твоим именем и безопасностью дрожащих островов клянусь, я не разочарую тебя. Осмотри поле боя и окажи воинам помощь, какую сможешь. Скажи мне, когда почувствуешь, что они готовы к бою. Строиться! Клянусь посохом, мы не дадим этому городу пасть. Можно ли считать, что мы готовы к битве, твоя светлость? Думаю, нам не придется долго ждать, твоя светлость. Иди. За безумного бога! Они идут!
Назад на позицию. Враг идет. Приготовьтесь. Иди. Победа наша. Пока. Нам нужно обсудить следующий шаг. Шпиль, очевидно, служит для них источником силы. Битва не закончится, пока мы не найдем способ деактивировать его. Уверенности нет. Но не огорчайся. У меня есть идеи. Под Пасвалем находятся руины Зедефена. Вход туда, что к югу от города, был запечатан столетия назад. Один из моих разведчиков сообщил, что вход теперь открыт. Его охраняют эти рыцари. Да, но она не вернулась. Могу только предполагать, что она была схвачена и убита. Если мы попытаемся осадить Зедефин, то Пасваль падет, и предел будет потерян. Кроме того, у нас очень мало сил. Мы не знаем, сколько врагов находится внутри подземелья. Лобовая атака — не решение. Твоя прозорливость внушает уважение. Пока мы отвлекаем их внимание тут, ты сможешь проскользнуть в Зедефин. Когда окажешься внутри, ищи источник, питающий шпиль. Он должен быть где-то под землей. Как только найдешь, разрушь его. Удачи, твоя светлость. Пусть свет истины ведет тебя через тьму.
Это ты. Я помню тебя. Как тебе удалось пробраться мимо рыцарей? Когда они напали, я бежал из посваля. Они не сказали ни слова, просто начали убивать. Крики! Клянусь, ты не можешь представить себе эти крики. Фелос и я шмыгнули сюда, думая, что тут мы в безопасности. Но нет, мы оказались прямо среди них. Фелос убежал вместе с ними и оставил меня умирать. Меня, неблагодарный, вероломный пес! Представь, оставил меня совсем одного тут. Я не сказал, что взяли. Он пошел с ними. Я слышал несколько раз его голос поблизости. Я думаю, он присоединился к ним. Всякий раз, когда я пытаюсь выбраться, делаю круг и оказываюсь на этом самом месте. Но я слишком хорош для них. Однако у тебя, похоже, проблем нет. Посмотри на себя. Разве что царапины. Как раз ты и сможешь защитить меня. Это место кошмарно. Везде рыцари, эти жрецы и то, что они сделали с Фелосом. Послушай, люди в посвале нуждаются во мне. Ты можешь представить, сколько они протянули бы, если бы я тут погиб? Что? Здесь? Ты шутишь? Я не останусь тут. Если не хочешь мне помогать, я сам выберусь. Thank you.
Осторожно! Я не могу поверить. Тебе удалось выжить. Мы были уверены, что наш повелитель погиб. Прошу прощения, что не верила в тебя, твоя светлость. Ты достойный лидер. Возможно, величайший воитель, сидевший когда-либо на троне Мании. Боюсь, наша работа еще не закончена. Здесь еще полно рыцарей, которые не были уничтожены при разрушении шпиля. Тебе нужно возвращаться во дворец и говорить с Шиагаратом. Спроси его, как он собирается защищать свое царство. Весть о твоем успехе в пределе идут впереди тебя. Нужно укрепить победу. У меня для тебя есть важное задание. Тебе нужно прибегнуть к помощи Релмины Веренин и восстановить Стража Врат. Ты найдешь ее в Зазельме. Помнишь Стража, убитого тобой? При наличии Стража и работоспособного Зидилиана нам не надо будет беспокоиться о вторжении извне. Происходящее внутри царства — отдельная проблема. Тебе нужно поговорить с Релминой Вереним. Она поможет в этом деле. Странная женщина. У нее необычные вкусы. Когда это будет сделано, предел окажется в безопасности. На время. У меня есть ощущение, что ситуация становится напряженной, а это совсем нехорошо. Это важно. Просто очень! Если бы только это было очень просто. Но это не так. Я желаю, чтобы он охранял те врата. Если появятся войска Джигалага, он должен быть готов встретить их. Не годится просто пустить их в царство, если их станет больше. А их всегда становится больше. Несмотря на это, я думаю, что дела идут неплохо. Иди и поговори с Релминой. Ты найдешь ее в Зазельме. Скажи, что работаешь на меня. Она сделает для меня все. Маленькая шалунья. Передай Релмине мою... Добро пожаловать в дом Мани. Добро пожаловать. Иди. Yeah!
Не переживай. Если ты умрешь, я возвращу тебя к жизни. У нас еще так много работы. Это больнее, чем в прошлый раз. Пожалуйста, не надо! Очень интересно. У тебя ощущения? Пожалуйста, укажи, какую боль ты сейчас испытываешь по шкале от 1 до 10. Ты! Я помню тебя! Это у тебя хватило наглости сразить моего стража врат, не так ли? Цель оправдывает средства, не так ли? Когда-нибудь ты заплатишь за это. А теперь ты, ничтоже сумняшися, врываешься сюда, как в собственное жилище. С какой стати? По чьему указанию ты отвлекаешь меня? Я вижу. Шагарат слишком важная персона, чтобы явиться лично. Он посылает смертного лакея.
Хорошо. Полагаю, мои слуги не слишком докучали тебе на твоем пути. Что же от меня нужно лакею Шиагората? А твоя вежливость мне по нраву. Пожалуйста, продолжай. Да, воистину могучая магия. Похвально, что ты умеешь себя вести, иначе пришлось бы показать тебе, что значит боль и страдание. Увы, я все еще страдаю после уничтожения моего милого чада. Я не могу вернуться к месту его зарождения. Это сделаешь ты. Ты отправишься в сады костей и плоти. Там ты соберешь мистические компоненты, необходимые для церемонии. Добудь мне кровяной раствор, костный мозг, кожную мембрану и экстракт дыхания. И возьми этот ключ. Он позволит тебе войти в сады и даст прямой доступ в мою обитель. А, ты о моих подопытных? Не обременяй себя заботами об их судьбе. Все они добровольцы. В том или ином смысле. Кроме всего прочего, они вносят неоценимый вклад в анализ природы боли и страданий, жизни и смерти. Не переживай. Я всегда возвращаю достойный материал к жизни. Да и лорд Шиагорат санкционировал мое исследование и мои методы. Всякий преданный слуга безумного бога должен с уважением относиться к его решению по данному вопросу. Мне известен твой тип людей. Вы думаете, что вы лучше всех прочих. Вы преследуете гениев, когда встречаете их. Ибо мы способны заглянуть за границы вашей примитивной морали. Я вижу широкие горизонты мысли, а вы не можете увидеть даже кончик собственного носа. Я могу одарить виновного очищающим огнем воздаяния, чтобы он мог умереть с чистой душой. А достойному я могу дать вечную жизнь. А что вы можете предложить миру, кроме сотрясения воздуха? Из уважения к моему лорду Шиагорату я прощаю эту вспышку. Более того, я уступлю твоему требованию. Но лишь если ты сможешь доказать искренность своей позиции и глубину своей убежденности. Желаешь ли ты поменяться местами с этими несчастными душами, взвалить на себя всю тяжесть их боли и страданий? Не передумаешь? Нелегко будет залечивать потом раны. Ты обрекаешь себя на постоянные мучения. Надо сказать, ты, скорее всего, умрешь. Возможно, тебе лучше пересмотреть свое решение. Правда? Очень хорошо. Я не вполне с ними закончила, но пока тебе благоволит Шиагорат, я не буду проводить эксперименты на этих людях. Очень хорошо. Будет немного больно. Ты герцог Шиагората или нет? Я начинаю терять терпение. У тебя затруднения? Тебе понравилось? Боль может быть удовольствием. Тебе нравится испытывать боль, не так ли?
Тогда, полагаю, ты оценишь эту безделушку. Ты отправишься в сады костей и плоти и соберешь для меня следующие вещи. Кровяной раствор, костный мозг, кожную мембрану и экстракт дыхания. Разве ты не блистательный герцог? Убийца великого стража врат? Защитник нашего могучего лорда Шагарата? Уверена, ты сможешь достать эти вещи. Если нет, возможно, вера Шагарата в тебя неоправданна. Иди теперь. Ты испытываешь мое терпение. Все, пока-пока. И достань мне эти компоненты.
Ни за что. Я никогда не буду с тобой разговаривать. Когда она узнала, что я говорила с тобой, она... Ты не узнаешь о том, что такое боль, пока она... Просто оставь меня. Уходи. Тебе удалось добыть все компоненты? Отлично. Теперь осталось выбрать части тела. Опасаясь, что однажды кто-нибудь ухитрится убить мое дитя, я готовила для него новое тело. Я создала вариации каждой части тела с различными свойствами. Тебе нужно выбрать по одной каждого типа. Мне нравятся все. Прерогатива художника. Не трать весь день на то, чтобы выбрать.